Castle Rock Entertainment, Revelation Entertainment и Firebrand Summer Magic Production представляют фильм Роба Райнера. В главных ролях Морган Фриман и Вирджиния Мэдсен. Третий акт. В фильме снимались Мэдалин Кэрролл, Кеннон Томпсон, Джессика Хэкт, Лукас Руни, Эш Кристиан, Николет Пьерини, Бойд Холбрук, Эмма Фуртман, Кевин Поллок и Фред Уиллард. Композитор Марк Шейман. Оператор Рид Морано. Продюсеры Салли Ньюман, Дэвид Вальдес, Роб Райнер, Алан Грейсман и Лори МакКрири. Автор сценария Гай Томас. Режиссер Роб Райнер. Что это за дрянь на лобовом? Пепел от пожара. На пожар меня везешь? Зато бесплатно. До или после того, как все сгорит? Не бойся, пожар на другом берегу озера. Мне надо выпить. Это Эл Кайзер. А это Дон Бёрк, давно здесь живет. Мог и повыше подпрыгнуть. Девочки, наберите воду в кастрюлю и вынесите на крыльцо. Сейчас. Во время кризиса главное спокойствие. Это еще не кризис, мама. Моя семья жила здесь 83 года, и при мне дом не сгорит. Зато при мне может. Не часто увидишь красивую женщину на крыше. А чаще бы так. Маме нравится. Мне тоже. Вы чокнутые. Мама! Если телефон сломается, ты труп! Мама, Финни плещет водой на Уиллоу. Девочки, не играйте с водой. Ну все. Приехали. А туалет в доме? Место славное. Пес Дэйв хотел продать, но я уговорил подождать. Пес Дэйв? Да, у него было 4 пса. Остался один. Но прозвище прилипло. Короче, можешь остаться на лето. Мне повезло. Брось, дядя Монти. Это полезно. Сможешь целое лето расслабляться, наслаждаться красотами. Ничего не делать, только за псом смотреть. В общем, ничего не делать. Есть захочет, вернется. Надеюсь, что нет. Мама и с Адам совладает. Можно спуститься, миссис О'Нил. Огонь потушен. Спасибо за содействие, как всегда. Спасибо, капитан. Финниган плеснула водой на Уиллоу. Из нее вырастет хороший пожарный. Ладно, оставь. Сам справлюсь. Помощь не нужна. Хорошо, что ты не вешаешь нос. Вот запаска. Порядок? Да. Девочки, пялиться невежливо. Пойдем пообедаем. Пошли. Попробуешь? Мне надо выпить. Я за машинкой. Выброси ее в мусор.
Здесь хорошо писать. Она злобная шлюха. С ней покончено. На кого он кричит? На жизнь. Ладненько. На всякий случай. Хочешь, чтобы я писал? Буду писать. Принеси мне выпить. Ну, хоть что-то. Вот. А стаканы в этом заведении клиентам не подают? А зачем? Если я начну пить из горла, юный Генри, то уж точно потеряю последнюю тень приличия, что осталась в моей жизни. И буду по всем статьям считать себя пропащим человеком. Видит Бог, нам это не нужно. Я забил кладовку на лето, а в холодильнике готовые обеды. Вот, пользуйся, если надо. Пес Дэйв оставил записку, как кормить Ринго. Какого Ринго? Пса. Что за имя для собаки? Были Джон, Пол, Джордж и Ринго. Ясно. Только не думай, что я буду работать телефонистом. Это Дэйв. А это ударная. Оставьте сообщение. Монти, возьми трубку. Это Джо Вайола. Надо поговорить. Ладно. Признаюсь, я дал Джо номер. Интересные новости. Перезвони, ладно? Послушай, что он скажет. И какой будет тема разговора. Я писатель, которого не читают. Не читают, потому что ты не пишешь. Алкоголизм – очень ответственная профессия. И я не могу совмещать две работы. Ты сам себе вредишь. А это зачем привез? Ну, Мэри очень гордилась, когда ты ее получил. Ты принес ее в больницу и повесил так, чтобы она видела. Мэри была рядом. Теперь нет. Но дядя Монти, у нее был рак. Она меня бросила. Твой образ жизни – это не вся жизнь. Сунь свои мысли в ящик, идеи на выходе. Я еще загляну. Ты найдешь меня убитым собственной рукой, с дымящимся револьвером рядом и прощальной запиской без адреса. Хороший план. Он много кричит, потому что псих. Я видела, как он проглотил крысу и отрыгнул ее. Он любит рыгать. Похоже, булимия. Не лезь в это. Он любит жевать пауков и тараканов, чтобы его тошнило внутренностями по всему полу. Но больше всего он любит жирных, сочных червяков. Кин, не пугай ее. Умолкни, Ивушка. Я забочусь о семье. Мне пофиг. Если он на тебя взглянет, ты скрести пальцы, как против вампиров. Отлично. Что он делает по ночам? Что? Ищет открытое окно. Влезает. Ползет туда, где ты спишь. Вытягивает длинный скользкий язык и лижет тебе ноги. Финн, хватит. Если поймаешь его на этом, не смей, повторяю, не смей открывать глаза. Если он увидит, то откусит тебе палец и проглотит. Ужин готов. Мама, Финн опять пугает Флору. Говорит, что мужчина в доме пса Дэйва ест червяков. Может, он голоден. Бедный дом. А ведь был таким спортсменом.
Вот почему я избегаю любых физических упражнений. Он скоро приедет. В чем дело? Флора скучает по папе. Я знаю, солнышко. Нам всем сейчас тяжело. Он скоро приедет в гости. Вы не можете снова пожениться? Если бы могли. Иногда мама и папа не могут быть счастливы вместе. Я пыталась объяснить, но... Сейчас ты счастлива? У меня есть мои девочки. Это все, что мне нужно. Родственная душа. О, ты есть пес. Садись. Нужно кое-что обсудить. Пес Дэйв оставил тебя под моим присмотром на лето. Сейчас мы сменим тебе кличку. Ты не какая-то звезда рок-н-ролла из Ливерпуля. Ты пес и должен носить соответствующую кличку. Ты будешь ею гордиться и однажды поблагодаришь меня. Я нарекаю тебя Спот. Хорошая кличка. Не банальная, как Бобик. Она тебе подходит, и скоро ты это поймешь. Итак, я намерен быть свидетелем лучшей стороны твоего характера. Если у какой-то местной сучки течка, пускай так и останется без попыток облегчить ей состояние с твоей стороны. Чаще всего это лучший выход. О, вот еще что. Не пукать. Мир и любовь. Не сейчас, Карл. У меня работа. У меня тоже. Надеюсь, ты готов, Белиль. Я иду. Это проезд за доллар? Хорошо. Ваша транспортная служба приспособлена для инвалидов? Великолепно, сэр. Потому что в ином случае я бы впаял иск вашей неприспособленной заднице. Сеньоритас, не знаю, как вы, но я бы пустился в пляс под эту музыку. Два кексика.
Пачка читос. И коробка фруктовых хлопьев без белка. Это все? Я бы взял бутылку вашего лучшего виски. $37.42. Вот, держи. Значит, Махмуд, верно? Да, сэр. Вот ваша сдача. О-о-о. Что? Классическая ошибка на кассе. Что такое? Одно слово. Сушеные сосиски. Это же два слова. Ты растекаешься мыслью по древу, Махмуд. По какому? Я знаю. Многим кажется, будто эти сосиски скоро выйдут из употребления. Но я полагаю, это городская легенда. Пойми правильно. Если любишь сушеные сосиски, то весь магазин перевернешь. Но если нет, от такого выставления на показ никому лучше не будет. Что вы предлагаете? Семечки. Просто мысль. Удачи. Удачи. Идем. Хороший мальчик. Привет. Мы еще не знакомы. Я Шарлотта Анил. Очень приятно. Монти Уайлдхорн. Я должна объяснить. Мы с Дэйвом заключили соглашение. Когда он стал ездить с группой? Пока его нет, я забочусь о Ринго. Вы, случаем, не о споте сейчас говорите? Новая кличка? Я знала его еще щенком. Можно было бы многое сказать о стойких отношениях, миссис О'Нил. Но я был бы благодарен, если бы вы не гуляли с моим псом. Это пес Дэйва. Я не заявляю права на биологическое отцовство. Это Флора, моя младшая. Что ж, если справитесь, мистер Уайлдхорн. А почему мне не справиться, миссис О'Нил? Просто так. Идем. Да, чтобы вы знали. Ринго, простите, Спот. У него не имеют задние конечности. Нужны упражнения. Я приму к сведению. Итак, я готов пойти на уступки. Ты скучаешь по Дэйву, я понимаю. Но твоя подруга, миссис О'Нил, не имела права гулять с тобой, не спросив вначале меня. В будущем ты будешь вежливо отказываться от таких приглашений. Понятно? Нельзя так реагировать на любое замечание. Эл Кайзер, живу вниз по улице. У меня катер на дорожке. Где мои манеры? Ходите, мистер Кайзер. Могу я предложить вам кексик? Простите, я на минуту. Поминки по Дону у меня дома. А, поборник баскетбола. Да, мы в шоке. Да, но не я. Надеюсь, вы придете. Я его не знал. Все что-нибудь принесут. Чем богаты? Увидимся в 5. Я его не знал. До встречи. Я пропустила звонок? Папа позвонит, когда будет время. Папа обещал закончить плод. Я сплаваю на остров. Что важного в этом глупом острове? Там волшебство. Ты бредишь. Уиллоу. Почему я не могла остаться с папой? Вы двое отнесите салат на поминки Дона. Я занята. Я пойду. Спасибо, Финн. Что делать? Вырази соболезнования от нашей семьи. Оставь салат и вернись домой. Какие соболезнования? Скажи, нам очень жаль, что Дон скончался, но теперь он в наших сердцах. Правда? И сделай грустный вид. Я рад, что вы пришли. Я принес читос. Как мило. Прошу.
Спасибо. Еды много. А пиво в холодильнике, как Дон бы и хотел. Много хороших людей. Вам все понравятся. Должен сказать, я ваш большой поклонник. Спасибо. Я стал собачьей нянькой недавно. Нет, я говорю о ваших романах-вестернах. Где-то тут лежит экземпляр «Стычки у Красной скалы». Ее давно нет в продаже. Вы говорили о пиве? Пиво, действительно. Привет, Финн. Жаль, что Дон умер. Вот салат. Дон был бы благодарен. Передай спасибо маме. Поставь салат на тот стол и будь ангелом. Положи еще и это. Одна из девчонок О'Нил. Милашки. Монти Уайлдхорн, представляю вам мисс Финниган О'Нил Белль Ильскую. Большим знакомством. Можно еще пиво? Мистер Уайлдхорн пишет о ковбоях на Диком Западе. И вот что я скажу. Джубал Маклоус умеет выстрелить первым. Многие вставали у него на пути, но немногие выжили. Точно. Помню перестрелку Джубала со снайпером Джимом Уотсоном из Альбукерке. Если я найду свой экземпляр «Стычки у Красной скалы», вы подпишете? Не подпишу, мистер Кайзер. Я всегда отказывался становиться культовой знаменитостью, однако от пива не откажусь. Понятно. Уважаю это. Я не из Белиль. Мы приезжаем на лето. Неужели? Я живу в Манхэттене. Жила, по крайней мере. Папа с мамой разводятся, и мама говорит, что мы будем жить тут. Мама разрешила тебе прийти сюда в гордом одиночестве? Мне 9,5. Да, ты большая. Я знаю. Мама разрешила носить карманный нож. Нет у тебя карманного ножа. А вот и есть. А вот и нет. Ну и ну. Вы посмотрите. В жизни не видел карманного ножа лучше. Можно много сказать о личности человека по состоянию его карманного ножа. Я бы сказал, что ты бесстрашна. Что с ним? Это просто Карл Луп. Уиллу говорит, что он отсталый, а мама, что он особенный. Кем бы он ни был, он хороший танцор. Пишете истории? Писал. Моя любимая история про пришельцев из космоса. Инопланетяне существуют, я с ними встречался. Но рассказать историю можно, не улетая с этой планеты. Как вы их выдумываете? Воображение. Самая могучая сила, доступная человечеству. Прошу. Монти, я не профессионал, но я написал речь для Дона. Только слова из себя не выдавлю. Хотел попросить тебя прочесть. Я всегда презирал сентиментальность на публике, мистер Кайзер. А кто нет? Но Дону было бы приятно. Я его не знал. Монти хочет нам кое-что прочесть про Дона. Так что выйдите во двор быстренько. Большое спасибо. Он так волнуется. Привет, не успел поздороваться. Не знал, что вы здесь. Прошу. У нас и радостная, и печальная оказия. Спасибо, что пришли. Прошу вас, поздоровайтесь с Уайлдхорном. Ах ты в Бога душу! Как говорит наша подруга Карен Луп, так выразилось большинство наших соседей, услышав известие о кончине Дона. Неплохая заупокойная, краткая и весьма красноречивая. Дон бы одобрил.
Некоторых людей мы избегаем, но стараемся наткнуться на других. Дон обладал этим натыкательным качеством, поэтому никто даже не пригибался, видя, что он идет. Он серьезно относился к пиву. И пил только Pabst Blue Ribbon. А если Пабста не было, то любое, но холодное. Дон был хорошим человеком и стал лучше, когда приехал сюда. В этом месте витает что-то особенное. Такое не часто случается, но иногда мы раскрываем лучшее в себе. Мы будем скучать, Дон. Присмотри за нами. Ни слова не меняйте. Он пишет истории о ковбоях на Диком Западе. Правда? Да, но не о пришельцах. Но не о пришельцах. Рассказать историю можно, и не улетая с этой планеты. Мама, можно поработать над платом? Нет, ты обещала убрать в комнате. Ах ты в бога душу! Мисс О'Нил, это же совершенно неприлично. Мистер Кайзер написал так про Дона. Ты не мистер Кайзер. Я попала? Наверняка. И в наказание? Запомнишь три новых слова и дашь определение за ужином в пятницу. Ты должна меня впечатлить. Впечатлю. Обещаю. Кто платит ваши налоги? Сейчас у меня нет бухгалтера, миссис Луп. Карен. Я годами стремился достичь порога бедности. Недавно добился своей цели и перестал нуждаться в этих услугах. Я возмещаю клиентам расходы. Позитивный взгляд на жизнь, Карен. Вот наш дом. Спасибо, что проводили нас. Вы с парнем живете одни? Мой старик смылся после рождения Карла. Жаль слышать. Невелика потеря. Что ж, если могу помочь. Карлу никто не звонит по телефону. Он бы хотел, чтобы ему позвонили. А вот моя визитка. Здесь наш домашний. Телефон — это недоразумение. Я им не пользуюсь. А владельцев мобильных надо расстреливать на улицах. Эй, Карл. Хочешь быть моим подельником? Диего Сантана. Тебя разыскивают за ограбление поезда в трех штатах. Правда? Пинкертоны напали на наш след, амиго. А как быть, Диего? Ну, для начала, не прыгай, как зайчик. Твоей заботой. Слава богу, я еще пью. Это спасает от унижения запоя. Они нужны три слова. Мы встречались? Я направлял приглашение? Нет. Я так и думал. Вы должны знать много хороших слов. Нужно три слова для мамы. Я давным-давно растерял все слова. А воображение? Его можно использовать? Когда я проверял, оно было доступно. Научите меня писать истории. Ты ужасно требовательна. Ладно, Спот. Наша утренняя доза.
Хороший мальчик. Вы даете ему аспирин? Похоже, у Спота развилось онемение задних конечностей. Аспирин помогает? Я не уверен, но пока он так считает, полдела сделано. А почему вы не пишете на компьютере? Я отвечу на вопрос взамен на благословенную тишину. Посмотри на машинку. На ней пишется медленнее, и мне это нравится. Люблю стук клавиш. Люблю, как буквы впиваются в бумагу. Люблю ощущение работы настоящего человека. Руки прочь. Что это? Букару? Что за букару? Награда за литературное мастерство. Академия авторов вестерна. Лучший роман в жанре вестерн. Сага о Джубалу Маклоузе. Награждается Монти Уайлдхорн. 75-й год. Круто. А вы прочли речь? Да, мэм, прочел. Кого благодарили? Мою истинную любовь и трех барменов. Почему вы не можете ходить? Кто сказал? Вы в инвалидном кресле. Умеешь хранить тайны? Даже если будут пытать. Я пытаюсь развести конгломерат Liberty страхования на миллион долларов. Как развести? Жульничать, облапошить, обчистить, смошенничать. Вы можете ходить? Я могу бегать. Но нужно быть осторожнее. Если Liberty страхование поймает меня на пробежке, все окончено. Можно попрощаться с миллионом баксов и раскрыть объятия в тюрьме. Вы сядете в тюрьму? О, да. Но что тюрьма? Как сказал Джон Мильтон, в себе обрел пространство свое. А как выглядит это Liberty страхование? Костюмы. Костюмы, да? Предлагаю сделку. Вы научите меня воображению, а я постою на стрёме. Ты слишком много просишь. Я могу заплатить $34.18 наличными. Я их скопила. Что ты хочешь получить за эти деньги? Хочу знать, откуда берутся истории. Тебе нужен ментор. Что? Ты абсолютно уверена, что хочешь вступить в это таинственное царство? Абсолютно. Можно заблудиться и не найти дорогу назад. Вы сказали, я бесстрашна. Было такое. Договорились? Мое слово нерушимо. Круто. Когда первый урок? Только что был. А? Я не могу ходить. В смысле? Я не могу ходить. Я выдумал историю. Правда? Правда. То есть вы гад. Ты представила, как я бегу? Да. Увидела, как идут люди в костюмах? Да. Я тоже. Это воображение. Но... Урок окончен. Новое занятие завтра. Ладно. Но все равно вы гад. Справедливо. Джубал Маклоуз.
Это последний Уайлдхорн. Стоит 35 центов. Скидка. Не хватает последней страницы. Кто-то ее вырвал. Ничего, я возьму. Что, если мы пошлем приглашение на ужин нашему автору? Да, мама, давай. Боже. Но он ест червяков, мама. Флора, Финн тебя дразнила. Вам будет полезно познакомиться с литератором. Как ты это представляешь? Ему нужен пандус. Мы не приспособлены. Я сделаю. Спасибо, Финн. Скажи, если нужна помощь. Это папа. Может, приедет на ужин? Хочу поговорить. После меня. Привет, пап. Когда я тебя увижу? Приедет на день рождения Флоры. Надо закончить плод. Когда мой день рождения? В августе, детка. Когда это? Скоро. Скажи, я перезвоню. Он хочет говорить сейчас. Я за рулем. Сегодня мы приступим к летней спортивной программе. Традиционная игра «Порт». Ты с ней наверняка знаком. Я держу в руке бейсбольный мяч высшей лиги. Тебе будет интересно узнать, что до того, как я перестал пользоваться левой рукой, я был известен своим мощным крученым. Посему тебя не должна удивлять моя близость с этим чудесным шаром. Апорт? Вижу, понятие апорт ускользнуло от тебя. Дэйв достоин порицания. Между прочим, я в последний раз приношу мяч сам. Когда начнем? Начнем что? Воображение. $34.18. Все тут. Ах, да. Что ж, не будем откладывать. Что ты видишь на улице? Ничего. Просто улицу. А теперь скажи о том, чего не видишь. Чего ты не видишь? Я сказала? Работай со мной. Смотри глазами разума. Ну, я не вижу ковбоя на лошади. Если ищешь Джубала, то не увидишь. Почему? Нужно искать свое. Как это сделать? Смотри. Я заплатила. Выдумывание – это таинство, малышка. А в жизни нет гарантий. Даю время до конца лета, иначе заберу деньги. Я всегда не жалел сил, когда сроки поджимали. И вас пригласили на ужин ровно в 7. О, Боже. Привет, Финн. Привет, Карл. Я не Карл. Я Диего Сантана. Грабитель поездов и верный подельник. Чей подельник? Мужчина из дома пса Дэйва. Что ты делаешь? Строю пандус для Монти. Какого Монти? Мужчина из дома пса Дэйва. Я его подельник. Хорошо, можешь помочь в постройке. Это я могу. Привет, дядя Монти, это Генри. Звоню проверить, как ты себя убиваешь. Убийство отложено. Но время есть. Получено приглашение на ужин от соседей. Я принял. От красивой женщины с крыши? От нее. Замечательно. Знаешь, что делать? Есть. Принеси ей что-нибудь. Нарви цветов. Это банально. Тогда сам думай. Ты не перезвонил Джо Вайоле. Верно. Не хочешь его выслушать? Неинтересно. Береги себя, дядя Монти. Неинтересно. Ладно, пока, дядя Монти. Пока, юный Генри.
Помнится, приходить с пустыми руками неприлично. Зеркало? В доме, где живут леди, оно пригодится. Спасибо. Необычный подарок. Входите, мистер Уайлдхорн. Спасибо. Я думаю, вы не против спота. Ему всегда рады. Можно вашу шляпу, мистер Уайлдхорн? Спасибо, Флора. Дамы, проводите мистера Уайлдхорна к столу. Любите курицу? Ни одна курица меня не обижала. Так вы пишете книги? Было такое. Никаких смс-ок за столом. Мне казалось, что книга — это друг, который может невозможное. Молчать, когда хочется думать. Хотите вина, мистер Уайлдхорн? Обычно я не употребляю, миссис О'Нил. Но раз уж мне предстоит тост, думаю, бокал вина не повредит на сей раз. Уж простите, что я не встаю. Я читаю сагу о Джубали Маклоузе. Это здорово. Прекрасная рецензия. Купила дешево, не было последней страницы. Не жалею о ней. Я всегда хотел ее переписать. Все книги про Запад? Почти. Я люблю лошадей. В детстве каталась верхом. Передай подливку. Конь — половина мечты. А другая половина? Рыцарь в сияющих доспехах. Вы знаете историю о слонах? Флора любит слонов. Боюсь, что я не специалист по толстокожим. А как Джубал стал одиночкой? У него не было выбора. Конец гражданской войны. Джубал ехал в Техас на встречу с родными, но только через много лет смог рассказать об ужасном зрелище, которое ожидало его, когда он вернулся в родное гнездо. Что случилось? Напал отряд команчей. Лошадь его отца пристрелили, утыкали стрелами и оставили умирать. Он нашел свою мать за порогом, с отрубленной головой и распоротым животом. Помните, девочки, это только история. Только история? Ведь этого никогда не было. С Джубалом было. Картофельное пюре, мистер Уайлдхорн. Замечательный дом, миссис О'Нил. Перешел от бабушки с дедушкой к моей маме. Я жила здесь каждое лето. Я бы лучше жила в городе, но сижу тут в заперти. Готова услышать три слова, мама? Если готова ты, можно выйти? Нельзя. Начинай, Финн. Первое. Воображение. Процесс формирования мысленного образа, невоспринимаемого индивидуумом в действительности. И самая могучая сила, доступная человечеству. Второе. Мошенничать. Обманывать или превзойти кого-то обманом. Сжульничать, облапошить или обчистить. А третье слово? Ментор. Советник или наставник, учитель или тренер. Интересный выбор. Летом мне будет 7. Приходите на день рождения. Флора, он не хочет. Финниган. 15 августа, но вы не обязаны. Напротив. Я благодарен за то, что ты включила меня в свои планы. И отмечу этот день в своем календаре. Кто играет на фортепиано? Я учила их, но безуспешно. Любите музыку, мистер Уайлдхорн? Да, мэм, люблю. В юные годы мой голос часто хвалили. Споете для нас? Если можно. А теперь можно выйти? Нет, мистер Уайлдхорн оказывает нам любезность. Жил в Галифаксе капитан, а хоть до женской ласки. Повесилась из-за него девица на подвязках. Я эту песню не знаю. Что ж, сыграйте, что знаете. Ну, на самом деле это не песня, но слушайте.
Я бы оставил окна открытыми, чтобы слушать вашу игру. Это одна из лучших рецензий. Говорит, я злоупотребляю гостеприимством. Девочки, пожелаю мистеру Уайлдхорну доброй ночи. Доброй ночи, Монти. Доброй ночи, Флора. Утром я буду готова. К чему? Вы знаете. О, конечно. Спасибо, что напомнила. Девочки, выберите со стола. Ты тоже, Уиллоу. Миссис О'Нил, я благодарю вас за чудесный вечер. Я никогда не слышал, чтобы патетическую сонату Бетховена играли так нежно. Вы ее знаете? Когда я писал, то слушал всякую музыку. Мистер Уайлдхорн. Почему вы бросили писать? Потому же, почему бросил религию. Господь поведал мне, что он атеист. А Джубал Маклоус любил женщину? У Джубала всегда были девицы, но полюбил он лишь раз. Это уже кое-что. И они жили долго и счастливо? Нет. Она умерла от гриппа в войне за скот. И после этого он не влюблялся. А как можно? Мне кажется, Джубал на вас влияет. Делает то, что я не могу в реальном мире. Джубал позволяет мне творить. Доброй ночи, миссис О'Нил. Спасибо за куриный ужин. Вы должны мне тост, мистер Уайлдхорн. Да, я помню. Сегодня твое поведение было образцовым. В знак поощрения я сниму запрет на пуканье. Жил в Галифаксе капитан, охоч до женской ласки. Повесилась из-за него девица на подвязках. Апорт? Может, слово «апорт» не вызывает отклика? Возможно, «принеси» стимулирует твой спящий инстинкт. Принеси. Принеси. Это все равно улица. Ты сдерживаешься. Нет. Я так не могу. Я слышал не это. Что? В городе ходит слух, будто я считаю земляных червей чем-то вроде деликатеса. Откуда? У меня свои источники. Но я тогда вас не знала. Использовала воображение? Алло. Привет. Это Монти Уайлдхорн. Привет, Монти. Твой парень здесь? Парень? Погодите. Карл! Телефон! Телефон! Что, мам? Телефонный звонок. Это тебя.
правда? Кто это? Давай узнаем. Это Карл Луп. О, наверное, я ошибся номером. Я звонил Диего Сантана. Я Диего Сантана. Отлично. Седло, амиго. Мы скачем в город. Мам, мы скачем в город. Ты всегда носишь белую шляпу? Я ношу белую шляпу, Диего, чтобы люди могли отличать хороших парней от плохих в случае перестрелки. А зачем маска? Чтобы не узнали, что я Карл. Хорошая мысль. Теперь будьте добры, положите ящик со спиртным мне на колени, и сделка будет заключена, и мы сможем заняться своей личной жизнью. Жду этого с нетерпением. А куда делись сушеные сосиски? Ваш доход в этом году, Монти? Я оцениваю валовый доход в $34.18. Добрую долю я инвестировал в Махмуда. Иногда я хочу снять штаны. Вступай в клуб. Вы все это выпьете? Я намереваюсь так поступить. Почему? Потому что я пьяница, и мы этим занимаемся. Если напиться, можно расплакаться. А слезы – полезный способ добраться. Добраться куда? Куда тебе нужно? Взгляни в окно, скажи, чего там нет. Чтобы мне стало интересно. Я вижу... девочку, она идет по берегу. Сколько ей? Как выглядит? Как одета? Ей 10 лет, и у нее хвостик. Что она делает? Она оглядывается назад. Почему? За ней идет мужчина. Что она делает? Начинает бежать. Он гонится за ней. Он ее ловит? Нет. Она убегает. Как? Бежит к дому Элла Кайзера и исчезает за ним. Когда злодей добирается туда, он видит ее кроссовок перед открытой дверью, ведущей в подвал. Когда злодей спускается по ступенькам, она выпрыгивает из-за большого дуба, за которым спряталась, сдвигает тяжелую дверь и закрывает за ним, чтобы он не сбежал. Хватает грабли, просовывает в петли, и злодей сидит в ловушке, пока не приезжают копы. Поздравляю. Ты придумала свою историю. Мы с Карлом Лупом всегда прятались там, когда не хотели, чтобы мамы знали, где мы. Хорошее чутье. Используешь собственный опыт. Что дальше? Ты меня загоняла. Урок окончен. Ладно. Пока. Эй, мам! Мам! Я написала историю! Написала историю! Какой я замечательный ментор. Thank you.
Монти, помните ту танцовщицу мисс Гасси, которая держит салун во всех ваших книгах? Помню. Удивительно, как-то они с Джубалом не сошлись. Сказать по правде, я тоже удивился. Однако, кому из нас понятны пути любви? Тут вы правы, сэр. Мама? Да? Я больше не хочу рисовать. Ладно, именинница, чего хочешь? Хочу прыгать. Иди прыгай. Хотя нельзя оставлять мистера Уайлдхорна недорисованным. Спасибо. Эй, дамочка, мне в 3 надо уйти. Я наняла вас на целый день. В 4 надо быть на другом берегу озера. Мама, я сделала это для Флоры. Сейчас испытаю. Так, ладно. Осторожнее с этим, Финн. Не хочу видеть одноглазых дочерей. Ладно. А, простите. Джек, где ты? Все началось час назад. Хорошо. Подожди. Эй, Флора. Милая, папа тебе звонит. Он не приедет. Не знаю, почему я удивляюсь. Просто продолжаю надеяться ради девочек. Папа не придет. Эй, малышка, давай попрыгаем. Не хочу прыгать. Папа не против, если я останусь с ним? Уиллу, не начинай снова. Мне нечего тут делать. Все друзья в городе. Он не появился на дне рождения дочери. Может, не хотел видеть тебя? Хватит. Может, я поговорю с Флорой минуту? Ладно. Я ищу именинницу. Не знаешь, где ее найти? Я именинница. Хорошо. У меня для тебя кое-что есть. Что это? Твой подарок. Кажется, здесь. Где же он? А вот. С днем рождения. Что это? История. Про что? Про слона по имени Тони. Он сказал, что он твой друг и попросил все записать. Тони настоящий слон? Да, мэм, настоящий. Большое спасибо. Мам, смотри, что у меня есть. Черт, какая красотка. Будь она моей, не выпускал бы ее из постели. Вы понимаете, о чем я. Пора работать. Любите фокусы? Я для вас сделаю. Вы можете исчезнуть, мистер Клоун? Не зовите меня мистер Клоун. Я невероятный Тед. Как скажете, мистер Клоун. Говнюк. Вы угадали мое имя. Время волшебства. Эй! Подходите, дети, собирайтесь. Время волшебства. Смотрите внимательно, потому что мои руки не выпадут из рукавов. А кто тут любит кроликов? Я! Оно соскользнуло. Твою мать! Эй, эй, жирный сопляк! Карл! Замок — это мой заработок, господи! Мама, отойдите оттуда, пока хуже не сделали, и вытащите этого жердяя! Какого черта он вообще там делает? Это для малышей, а он весит 400 кило! Я тебе кое-что скажу, ты не все слышал. Я застрял. Думаешь, у клоунов нет адвокатов? Ошибаешься, мой адвокат тебе позвонит! Руки вверх, пожиратель грязи, желтый гремучник. Боже, тише, старик, не стреляй. Ох, и достанется мне от родителей.
Невероятный Тед или мистер Клоун? Какое имя выбить на надгробии? Надгробии? Он говорит о надгробии? Если хочешь продлить свое бесполезное существование, я рекомендую извиниться перед мисс Финниган О'Нил. Ладно. Прости. Мне очень жаль. Извинения приняты. Проваливай. Ну? Кому именинного торта? Мне! Мне! Весело было сегодня. Мне понравилось, как Монти стрелял в клоуна. Солнышко, мистер Уайлдхорн не стрелял в клоуна. Он просто хотел привлечь его внимание. Прочитаешь мне историю про слона? А почему бы и нет? Ты готова? Готова. Хорошо. Давным-давно, в хорошо настроенном фортепиано, в старом доме, жила большая семья мышей. У них было все, чего только могут пожелать мыши, потому что эта семья мудро вложила деньги в фабрику чизкейков. Миссис Мышь следила за тем, чтобы в доме всегда звучала музыка, прыгая по клавишам туда-сюда. Была у них только одна проблема. Кот, который жил с ними в этом доме. Этот кот съест мышей? Будем надеяться, мистер Уайлдхорн не повел сюжет в этом направлении. Будь здорова, Зенька. Спасибо. Однажды, светлым летним утром, самая маленькая мышка услышала стук в дверь. Кто там? Она открыла дверь и увидела перед собой самого большого слона, которого только видела малютка-мышь. Или вообще любая мышь. Приятно познакомиться. Меня зовут Тони. Я услышал прекрасную музыку и захотел посмотреть, откуда она идет. Тони, бродячий волшебник днем и оперный певец ночью, наложил на мышей чары, чтобы кот не мог их видеть. В мышиной семье стало безопасно, и все были очень счастливы. Миссис Мышь была так счастлива, что когда Тони пришло время уходить, она стремглав добежала до его машины и поцеловала его в щеку. Тони упал в обморок. Кажется, я нравлюсь этому слону. Я мог бы намазать мяч арахисовым маслом, но это ниже твоего достоинства. И моего. Это не первый плод, миссис О'Нил. Финн сделала всю работу с небольшой помощью Диего Сантана. А где все? Карен повезла их есть мороженое. Вы не поехали? Это был заговор, чтобы я закончила плод. Она так стремится сплавать на остров летом, а школа начнется через 3 недели. Ясно. Флоре понравился слон, который остается навсегда. Я на это надеялся. Она заставила меня читать несколько раз. И спросила, будете ли вы еще писать про Тони. Что ж, не стану ее разочаровывать. Привет, это Дэйв. Это мои ударные. Оставьте сообщение. Монти, это опять Джо. Это важно, перезвони. Важно для кого?
Уилло. Нет, спасибо. Давай, Уилло, это на всю жизнь запомнится. На всю жизнь. Финниган не поплывет на остров без старшей сестры. Ладно. Качели. Толкнешь меня, Уиллоу? Конечно, Карл. Давай. Выше. Держись. Толкай сильней. Весело? Да. Я сейчас утону. Карл! Карл, здесь мелко, вставай. Помогите. Карл, ты на мелководье. Ты не тонешь. Чуть не утонул. Коробка для завтрака. Нашла на острове. Что внутри? Я еще не открывала. Почему? Там может быть всякий хлам, а хочется думать, что там что-то ценное. Звучит глупо. Нет, надо видеть то, чего нет. Я открою. Хочу посмотреть. Может, там деньги? Может, отрубленная рука, Ивушка? Не открывай! Ух ты, посмотрите-ка. Это дневник. Собственность Шарлотты Райли, 7-й класс. Кто это? Это мама? Здесь написано, какой она была в детстве. А мы хотим это знать? Наверное, надо вернуть. Она бы хотела. Надо сделать ей сэндвич. Чудный день, мистер Уайлдхорн. Да, мэм. День обещает быть чудным во многом. Еще Тони? Да, мэм. Флори наверняка понравится. А я почитаю ей сегодня на ночь. Хорошо. Спасибо. Спот. Рядом с этой леди мне хочется прямее сидеть в седле. Флора, посмотри, что дал мистер Уайлдхорн. Слона Тони? Кто такой слон Тони? Мистер Уайлдхорн написал историю для Флоры. Что сделал? Прочитай, Тони, мама. Дай сюда. Нет, читать будем вечером. А пока идите во двор играть на свежем воздухе. Идем, съездим в город. Монти! Я тебя вызываю! Ты променял Джубала Маклоуза на слона? Джубал спас тебе жизнь, а ты застрелил его в спину! Так, погоди. То, что я пишу про слона, не выстрел в спину. Джубал не являлся годами. Я не пишу о том, чего нет. Ты просишь видеть то, чего нет! Почему нельзя писать о том, чего нет?
Ты пьяница и врун! Финниган! Он мошенник, Уиллоу! Мистер Уайлдхорн, моя сестра считает вас особенным. Вы правда особенный? Я не считаю себя таким. Лучше станьте. Иначе вы не заслуживаете, Финниган. Надеюсь, что вы помиритесь. Не хочу смотреть, как вы теряете друга. Иногда Тони было непросто говорить с другими. Поэтому он писал письма миссис Мыши, и их прилежно доставляла древесная жаба. А потом произошло нечто потрясающее и слоновье. Когда слоны слишком нервничают, чтобы говорить, они начинают танцевать. Тони любил вальсировать. И не успел он ничего понять, как закружился в вальсе с миссис Мышью в теплом лунном свете. Открыто. Привет, Джо. Я тебя ждал. Иногда нужно отвечать на звонки, особенно от старых знакомых. Как книжная торговля? Никто не читает то, что нельзя скачать. Зачем кому-то держать в руках книгу? У тебя пес? Я собачья нянька на лето. Ты изменился. Как будто это не ты. То есть трезвый? Я бросил пить. Наверное, снова начну, но сейчас смотрю на вещи ясно. И, честно говоря, мне это нравится. Чем могу помочь, Джо? Я приехал изменить твою жизнь. И возьмешь за это обычную комиссию? Разумеется. Я привез Люка Форда, он снаружи. Того самого? Того самого. Мне его пригласить? Иначе будет невежливо. Верно. Люк? Люк, присоединяйся. Познакомься с великим Монти Уайлдхорном. Простите, что нагрянул, но Джо сказал, что встретиться можно только так. Я Люк Форд. Это несомненно. Очень рад знакомству. Присаживайтесь. Я именно из-за Люка тебе все лето названивал. Знаю, ты любишь уединение, но он упорно желает приобрести права на Джубала Маклоуза. Вот как. Что скажешь? Джубал не продается. Перестань. Выслушай его. Он сделает тебя богатым сукиным сыном. Я уже сукин сын. На богатство мне начхать, но спасибо, что пришел. Это новое начало, но от ухода за собакой придется отказаться. Я люблю сидеть с собакой. Монти, я обожаю старые вестерны и убежден, что в них теплится жизнь. Сага о Джубале Маклоузе – лучший роман в жанре вестерн. Если позволите, я верну Джубала к жизни. Со всем уважением, мистер Форд, но моя покойная жена уже сотворила это чудо. У тебя мало читателей. А когда выйдет фильм, аудитория возрастет в 1000 раз. Ты не этого хотел? Думал, что хотел. Мистер Форд, я ценю ваше время. Это истинная правда. Если бы кто и смог сыграть Джубала, так это вы. Но сейчас у меня достаточно... По большей части реальная жизнь не сравнится с тем, что в наших головах. Но иногда она к этому приближается. Вы застали меня в один из таких редких моментов. И если не возражаете, я поживу реальной жизнью. Ты совершаешь ошибку и должен сказать, это был последний шанс. Я не верю в последний шанс, Джо. У меня их было много. Монти, Джо.
Встреча окончена. Рад был познакомиться. Красиво. Это миссис О'Нил, соседка. Замечательная леди. Сейчас она говорит со мной. И если вы не против, это личная беседа. Мистер Уайлдхорн, приятно не иметь с вами дел. Надолго застрянешь? На пару недель. С наличкой нормально? Как всегда. Я так и думал. Нет, спасибо, Джо. Береги себя. Вы должны мне тост, мистер Уайлдхорн. За вас, миссис О'Нил. И за лицо, достойное сияние лунного света. Чего вы хотите от жизни, мистер Уайлдхорн? Побольше таких ночей, как это. Я сказала девочкам, что одно из величайших удовольствий – возможность следовать своему сердцу. Да, мэм. Какая женщина может пленить ваше сердце? Она должна входить так, как вы. А как я вхожу? Снаружи солнечно. Идет легкий дождь. Знаете, как дует теплый ветер, пришедший с дождем? Вот так вы входите в комнату. Как я должна ходить, чтобы быть достойной таких слов? И у нее должны быть ваши уши. Мои уши? Если позволите сказать, миссис О'Нил, ваши уши воспримут тишайший шепот. Если позволите спросить, мистер Уайлдхорн, о чем этот шепот? Он будет разным каждую ночь. Может, шепнете мне, пока мы танцуем? Я знаю, что вы любите вальс. Воистину. Мистер Уайлдхорн. Сейчас подойду. Минуту. Минуту, сейчас. Если я рано, приду позже. О, нет-нет, вовсе нет. Вовсе нет. Миссис О'Нил, какой приятный сюрприз. Чем могу помочь? Я хочу попросить вас об услуге, если это не будет слишком тяжело. После вчерашней игры на фортепиано я готов ко всему. Спасибо. Мне надо уехать в город на встречу с адвокатами. Нужно уладить последние вопросы. Не могли бы вы остаться с девочками, пока я не вернусь? Это недолго. Хотите, чтобы я был нянькой? Если вы не против.
Нет, нет. Я принимаю вызов. Чудесно. Спасибо, мистер Уайлдхорн. В холодильнике есть запеканка на ужин. Если нужно будет позвонить, у девочек есть мой номер. Я должна вернуться до вечера, но мистер Уайлдхорн согласился с вами побыть. Ничего, мам. Я обо всем позабочусь. Да, мам. Нам не нужна помощь. Уиллоу присмотрит. Я знаю, это на всякий случай. И пока меня нет, вы должны вести себя как леди. Удачи. Не волнуйтесь, видите вашу битву. Мы защитим родное гнездо. Хорошо. Кто сыграет в покер с высокими ставками? Тянем по 5 карт. Джокер и дикие двойки. Я сыграю. Насколько? Мама! Мам, подожди. А папа там будет? Или только адвокаты? Папа будет. Передашь привет? Конечно. Я люблю тебя. А я тебя. Давай, Флора. Прыгай. У тебя сильная рука. Играла в бейсбол? Когда мне было 17, я бросал мяч со скоростью 144 км в час. Рука была живая. Принесла мне контракт с Кардиналс из Сент-Луиса. Я играл 8 лет с Чикасос из Мемфиса и Биверс из Портленда. Второй класс, первый. После пары сезонов пробился в ведущие команды. Однажды летом мы проводили двойной матч. Я подавал первым. Первый беттер вышел на базу. Я наклонился поймать знак, и тут уголком глаза увидел самую красивую девушку в своей жизни. Она шла на место прямо за кетчером, а я не мог отвести от нее взгляд. Меня выбили в первый же ининг. Но дело того стоило. Ее звали Мэри. И через 8 месяцев мы поженились. Она хотела иметь много детей. Я был не против. За 2 дня до моего 25-летия мне позвонили из Кардиналс. Им был нужен новый игрок. Я шел домой от стадиона, чтобы рассказать Мэри добрые вести. Но пьяный водитель поехал на красный. И я очутился в этом кресле. Я был уверен, что Мэри уйдет. Временами я почти желал этого. Но она никогда меня не бросила. И часто говорила: одна дверь закрывается, другая открывается. Я ей не верил, пока однажды не увидел кривую улыбку Джубала Маклоуза, который смотрел
прямо на меня. Джубал и Мэри вернули меня к жизни. Шесть лет назад Мэри умерла, и Джубал ушел с ней. Все двери закрылись на прочный засов. Но как-то раз девятилетняя девочка по имени Финниган О'Нил возникла у моего порога и вернула мне ноги. Как это произошло? Ты поверила в меня? Поэтому я смог танцевать в лунном свете. Ты танцевал? В мыслях, несомненно. Тебя не вылечат? Нет, Финн, нет. Может случиться чудо. Я считаю, что чудо уже случилось. Так, сперва зайдите в контакты. Что такое контакты? Значок, похожий на книгу. Я вижу часы. Он рядом с часами. Как мне войти? Видите шарик в середине? Да. Крути. Крутить? Большим пальцем. Большим пальцем. Так. О, есть. Дальше. Нажми. Мне показывают время. Вы крутнули его, пока жали. Вернитесь. Вряд ли получится. Как я и утверждал, это не для меня. Кого интересует бокал шипучки? Меня. Идем. Если я делаю неправильно, скажите. Я не укладывал детей спать. Мы поможем, Монти. Мама не должна вернуться? Написала смс-ку. Будет через пару часов. Что ж. Ладно. Закрывайте глазки. Мы в постели пса Дэйва. Тут я согласен. Такие ночи ты определенно в духе. Добрый вечер, мистер Уайлдхорн. Простите, что поздно. Ничего. Я не знал, что делать, и уложил малышек в кровать пса Дэйва. Это они на все лето запомнят. Уилла уснула на диване. Не слишком досаждали. О, напротив. Ну, надо освободить вас. Я не против, если вы оставите их на ночь. Вы уверены? Жаль будить их в такой час. Хорошо. Спасибо. Что ж, наверное, мне пора. Если вы не слишком устали, можете присесть. Ладно. Кажется, я буду скучать. Куда поедете? Пока не знаю. Мне предлагали посидеть с кошкой в Мексике. Наверное, поеду в Нуэво-Росито. Я писал об этом городке, когда Джубал отсиживался в тех краях, скрываясь от шерифа.
Хорошее место для писателя. А я рада, что вы пишете. Флора обожает истории про Тони. Вы говорили. А вы сами? Я тоже их очень люблю. Это было чудесное лето. Я знаю, что буду жалеть только об одном. О чем? Что не танцевала в лунном свете. Я вас понял. Точно хотите оставить девочек? Где будете спать? Сон под звездами – это полезно. Что ж, я вернусь и заберу их утром. Доброй ночи, миссис О'Нил. Доброй ночи, мистер Уайлдхорн. Мы пытались улизнуть. Мы хотим удивить маму. Ну, над скрытностью стоит поработать. Может, разбудить ее? Нет, дай ей поспать. А когда она проснется? О, ты не спишь. Доброе утро, девочки. Чем обязана столь милому вторжению? Вот, это тебе. Ух ты! Господи! Где? Нашла на острове. Съешь сэндвич? Я не видела его с тех пор. Съешь сэндвич. Хорошо. Тебе нравится? Безумно. Идите сюда, все. Алкоголь оказался с браком? Я меняю привычки, Махмуд. Мне две сушеных сосиски. Я завтра уезжаю, Карл. Ладно. Значит, я не смогу быть Диего? Ты можешь быть кем захочешь. Но должен сказать, я скучаю по Карлу. Он особенный. Я Карл. Будь я проклят. Я хотел подарить тебе кое-что на память. Хорошо сидит. Немножко потная. Пока, партнер. Что ты сажаешь? Тыквы. А вырастим на Хэллоуин, будет здорово. Помочь? Конечно.
Что делать? Это просто. Копаешь ямку и кладешь туда семечко. С этим я справлюсь. Как папа? Нормально. А как ты? Нормально. Ну а ты? Что с тобой происходит, Ивушка? Я никогда не думала о разводе. Я прочла твой дневник. Я поняла. Мам, это странно. Но от того, что тебе было так плохо, мне стало лучше. Это неправильно? Нет. Я этому рада. Ну все, здоровяк. Салун – последний шанс. Апорт? Я уважаю постоянство. Что ж, тебя-то я и хотел увидеть. Заходи, у меня для тебя кое-что есть. Держи. $34. Боюсь, 18 центов я буду должен. Но ты обучил меня? Да, но я не рассчитывал, что ты будешь учить меня. Ну, бери. Спасибо. Я не закончил. Что это? Не люблю, когда моих поклонников обсчитывают. У тебя не хватает последней страницы саги. Вот как я хотел ее написать. Теперь обещай мне кое-что. Хорошо. Не переставай смотреть на то, чего нет. Обещаю. Хорошо. Я уезжаю рано утром, так что лучше нам попрощаться здесь и сейчас. Надо уезжать? Если бы у меня была дочка, я бы хотел, чтобы это была ты. Будь я проклят. Закрыто на сезон. Осторожней с этим. Вы справитесь со спотом? О нем позаботится мистер Уайлдхорн. Думаю, пора отбросить формальности. Зовите меня Монти. Монти. Шарлотта. Славно звать друг друга по имени. Да.
Похоже, это все, но я еще раз проверю. Стой! Стой! Погоди секунду. Вот. Это тебе. Тебе нравится? О, какое удивительно аккуратное исполнение. Я буду его хранить. Спасибо. И ты должен мне 18 центов. Груз долга велик. Привет, как школа? Хорошо. Что натворили? Ничего. Ага. Мармеладки остались? Проверьте. Ладно. Мелани извращенка. Я удалила ее из Фейсбука. Ага. А как дела с Кайлом? Никак. Я ему нравлюсь, но он стесняется. Почему ты не поговоришь с ним? Мам, ты ничего не понимаешь. Видимо, нет. Шарлотта, прости, что не был на связи, но долго учился отсылать эти электронные письма. Надеюсь, с девочками все хорошо, а ты не бросаешь игру на фортепиано. Я был здорово занят и счастлив доложить, что нашел идеальный приют для писателя. Мне он так нравится, что я его даже купил. Вернее, его купил Джубал. Я продал права на фильм. Уверен, ты это одобришь. Пёс Дэйв запросил много. Продал дом при условии, что я возьму Спота. Что случилось? С Мексикой? Провальная затея. Писателю нужно вдохновение. И я подумал, что буду видеть тебя. Так что... Монти! Монти! Монти приехал! Уиллу, Флора, Монти здесь! Монти! Ты приехал в гости, Монти? Если не возражаете, леди, я здесь задержусь. Я рада такому соседу, мистер Вальдхорн. Только не шумите, миссис О'Нил. Фильм озвучен компанией Intra Communications по заказу ЗАО «Национальная путниковая компания».